То, что вы описываете, очень похоже либо на грыжу, стресс мог спровоцировать развитие грыжи, либо на то, что у вас искривлена носовая перегородка и там где-то застой. А, еще может похоже на гайморит. Ну, не обязательно гайморит, но какой-нибудь застой в носовых пазухах. Всем этим можно, конечно, работать. Первое, давайте грыжу. То есть вы вот это место, которое, где у вас отек, где у вас этот пузырик, вы прям берете и перетираете. Прям внутрь, прям, да, локально. Начинаете всегда с минимального усилия. Всегда мы действуем очень-очень нежно. Да? Минимальное усилие, и начинаете перетирать и выводить. И ищите там вот этот мешочек, и аккуратненько кость перетираете прям. И выводите сюда, да, вы кожу не растягивая, вы как-то локально. Как бы немножечко держим нос, и голову прокручиваем, а перегородочку удерживаем. И здесь тоже немножко оттягиваем. В эту сторону искривлена, то она, возможно, пережимает здесь канальчики, да, для оттока. А мы, конечно, тоже остеопатически можем работать. Сейчас я вам покажу. Допустим, вот здесь грыжа, сюда носик немножко. Себя сфотографируйте прямо вот так вот камерой фронтальной фаз. Конечно, это ужасные обычно фотографии, но нужно посмотреть. И, еще можно отзеркалить, чтобы посмотреть, насколько у вас искривлена перегородка. И если она смещен, мы зафиксировали себя правой же рукой, да, мы будем и вправо мы будем, а здесь тоже зафиксируйте прям кость и вот так вот оттяните.